have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Мы тут с вами возле... Возле чего? Возле где? Почему мы здесь? А, это мы приехали на этой фигне. Хорошо. Я что-то могу сделать? Не могу. 20-я серия, между прочим, у нас начинается. А, знаете, в чем прикол? Всегда. Всегда, когда в начале игры меня приветствовала надпись типа «Осторожно», там предупреждение для эпилептиков, предупреждение для людей с нестабильным всяким восприятием цвета. В общем, я всегда это воспринимал типа «Ну окей, ну я же здоровый человек, меня это все это не касается». После прошлой серии, когда меня чуть не вывернуло наизнанку, я надеюсь, вы ее не смотрели, но раз вы здесь, вы скорее всего смотрели. Мне пришлось взять... Ну, не то, что пришлось. Я не играл в это больше недели. Потому что мои глаза просто не могли видеть эту игру. Ладно, мы возвращаемся. Поехали. Что мы можем качнуть? Качнуть мы ничего не можем. Но что у нас тут осталось? У нас тут осталась энергия Size Duration. Скорее всего, будет... Я бы хотел верить, что будет еще один костюм. Но, возможно, их будет два. Потому что у нас еще 5, 6, 7, 8. 8 пунктов не открытых для прокачки. Это довольно много. Так, у нас на плазмокатере все довольно неплохо, кроме патронов. Патронов нифигично, его всегда не хватает. Он очень крутой, но он очень быстро заканчивается. Заканчивается настолько быстро, что я даже не вижу смысла качать в нем capacity, потому что патронов всегда не хватает. Мне вот это нужно. Apply damage over time, это было бы прям круто. То есть в него бы вкачать damage. И rate of... Кстати, но rate of fire я буду еще быстрее тратить патроны. Но он тогда станет просто невероятно крут. А вот с этой штукой он будет просто эпическим. Пульсовая винтовка, блин, я в нее типа вкачиваюсь. Она что-то вообще лучше не становится. Я потому что стал пользоваться ей как гранатами. Capacity опять же увеличивает. Ну ладно, Reaper. Я это сейчас делаю просто напомнить себе, что вообще происходит. Рикошет, но я им не пользуюсь именно как рикошетом, я им пользуюсь для того, чтобы задерживать, поэтому я не особо вижу смысла вкачиваться в эти апгрейды. Огнемет у нас кроме дэмэджа вообще не вкачан, потому что чертовски не хватает ничего. Лайнерган, швабра, точно. Он у нас, это у нас что? Очень сильно увеличивает ловушки. Мы ловушками пока особо-то и не пользовались. Но вдруг когда-нибудь это случится. Контакт бим я не трогаю, потому что у него и так хорош дэмэдж. Ну а во-вторых, у нас опять же не хватает нодов. Форс ган на самом деле неплох. И я бы его, пожалуй, бы даже качнул. Но на него постоянно тоже дефицит патронов. Я говорю, как всрато здесь сделана эта система. Потому что патронов всегда не хватает. И получается, что... Когда у тебя появляются патроны на прокачанное оружие, ты их тратишь довольно быстро, а потом, когда ты начинаешь тратить патроны на непрокачанное оружие, они тоже заканчиваются быстро, потому что они гораздо менее эффективны, и получается, что ты в вечном дефиците патронов. Короче, ладно, это я уже оставлю на финал. Я надеюсь, что он когда-то наступит, этот самый финал. Я оставлю на финал, буду высказывать там свое мнение, что у меня на данный момент по патронам. Даже в катере есть что-то, в пулемете есть что-то, ну, в смысле, в этом, 3 патрона на швабру, это практически ничего, 4 пилы на рипер, так, короче, рипер, воздушная пушка и швабра у меня пока что на перезарядке отдыхают, остальными можно вроде как пользоваться, блин, мне нужен магазин, мне, стоп, а знаете что, я могу себе сейчас место сэкономить, каким образом? Я могу взять Reaper, поставить его вместо суперпушки. Я очень надеюсь, что она мне сейчас не понадобится. И просто в него перезарядить все эти пилы, чтобы они у меня из инвентаря ушли с одной стороны. С другой стороны, у меня будет еще 4 пилы. Супер, так, сохранение. Бенч, это оттуда приехал, там я по пути что-то взял. А что мне надо? Нельзя одновременно увидеть. Так, deploy антенна. А, точно. Мы пытаемся выдвинуть антенну. Дружище.
Ты можешь меня, пожалуйста, не трогать? Ты... Ну вот мы и потратили наш рипер. А, нет, еще три пилы дали, спасибо. Я... Ты сдох, не сдох? Я тут где-то аптечку видел? Или мне показалось? А, вот она тройная, хорошо. Значит, эта фигня распадается. Из нее вылазят еще такие фигни. Неплохо было бы их, кстати, наверное, огнет у меня на четверке. Из-за того, что пушки находятся в постоянной ротации, это все отвратительно. Я не ощущаю, на какой кнопке что у меня находится. Мне приходится каждый раз это все перебирать. Ну, вы поняли. Здрасте. Апгрейд, плазмокатор. Бесплатный апгрейд, между прочим. Который даже покупать не придется. Так, в магазинчик, и там у нас недалеко бенч. Погодите, погодите, это пахнет чем-то неплохим. А, во-первых, у меня 18 штук, во-вторых, костюмчик-то я купил? Купил. Значит, вот это мы нафиг продаем за 2000. Вот это мы нафиг продаем за 10 тысяч. Красиво. Получаем тридцатник. Так, а ты у нас кто? Weighted blades bring part of the bench to extend upgrade path. На что это? На плазмокат. Да! Интересно, что ты будешь давать. Мы как раз говорили про плазмокатор. У меня тридцатник. И я, так, могу себе позволить купить три шайбочки на самом деле. Раз... Два, три. Слушайте, слушайте, слушайте же. Больше ничего нет. Вроде ничего. Это было довольно удачно. Идемте, я не поленюсь. Тут магазин недалеко, раз у нас так серия начинается. Ой, в смысле магазин, бенч. Какой апгрейд я сейчас получу, мне интересно. Так, additional power node has been... А, и еще и дополнительный нод я с него получил. Да, при получении апгрейда, точно, спасибо. У меня их 4 получается. Плазмокатор у нас полностью за апгрейд... Ну, полностью открыты все апгрейды. Рукопашные атаки могут отбрасывать врагов. Ой-ой-ой, вот это красиво, кстати. Плюс еще дэмэдж открылся. Значит, дэмэдж овертайм мне точно нужен. А через что мы пойдем? Так, rate of fire, да. Reload третий, да. И damage overtime, да. Теперь еще один. Так, capacity или damage? Я могу еще один damage на самом деле зафигарить. Так, сюда, сюда мы пойдем. Раз, два, три надо. Четыре. Сюда один. И останется два. На самом деле я бы в дэмэдж пошел. Но, наверное, придется идти в capacity. Потому что я хочу вот эту штуку получить. С другой стороны, насколько часто... Вспомню ли я о том, что я хочу ударить кого-то рукой? Давайте, наверное... Да черт. Ладно, давайте в capacity. И потом пойдем... Так, rate of fire у нас получится еще один. Rate of fire меня на самом деле не особо пугает, потому что чем он выше, тем быстрее буду тратить патроны, а когда я в панике, их трачу очень быстро. Но, смотрите. Из всего, что здесь есть, я бы, наверное, скачнул бы сюда, в rate of fire, потом в melee attacks. Потом еще раз в damage и в damage. Но damage у нас нигде не по пути к нужному, их нужно будет качать отдельно. Короче, сюда мне нужно еще 4 нода. И, в принципе, наверное, плазмокатором я буду доволен. Фишка в том, что я его сейчас... держу как босс-пушку. Черт, я заново сохранюсь. Я его сейчас держу как босс-пушку, потому что вы видели, как он справился с Левиафаном, во-первых. Во-вторых...
На него патроны довольно редко выпадают. Давайте я сейчас немножечко с ним похожу, посмотрю, как работает damage over time. А вот, а потом мы его запрячем, попробуем еще. Че, музыка не успокаивается? Пусти, окорочок. Так, это он ко мне в лифте приехал, да? У меня осталось опять меньше двух обоим. Это отвратительно. Пойдем с рипером. На рипере три пилы, но по крайней мере он бэкапит. Короче, отбрасывает их. Здрасте. Патрончики. Я возьму сейф. Мне вообще не влом. С таким подставом, который тут происходит. Мне не сюда, значит, подождете. Нот. Что за фигня? Патроны на катер, аптечки, нот, патрон. Опять босс какой-то будет? Что происходит? Это выглядит какой-то шлюз, поэтому, наверное, нет. Что с музыкой? Успокойся. Сохранись, чтобы опять потом не собирать это все. Ну, то есть... Явно случится какая-то фигня, раз нас к чему-то готовят, чтобы опять не пересобирать это все потом. Так. Конечно же. Левиатан? Isaac, there's no time. There is if I use the ADS cannons. Manual targeting like before. I can shoot it right off the hull. I got this. You focus on the Valor. Will do. Блин. Разрабы, вы настолько ленивые, что я опять буду драться с Левиафаном? Фигня. Почему я из этого стреляю? Почему я стрелял из своей, блин, пушки? Подождите. Меня это не устраивает. Вот почему я хотел сохраниться. Я думал, что... Да-да-да-да-да. Я думал, что я стреляю из...
Подождите, это так не работает. Я не хочу просирать целую обойму из плазмокатора в никуда. Я думал, что я стреляю из какой-то внешней. Помните, как было, когда мы стреляли по метеоритам? Ты типа только наводишь своей пушкой, а на самом деле ты стреляешь из чего-то другого. Так, дай мне вот это. Обижать надо. Короче, да. С бегом тут те еще проблемы. Точно, мне же надо сюда. Да. Давай, открывай. Isaac, there's no time. There is if I use the ADS cannons. Manual targeting like before. I can shoot it right off the hull. I got this. You focus on the Valor. Will do. Чё мне по аптечкам? Блин. Двойная и тройная. Так, мне нужно понять, что делать. Тут, как обычно, все состоит не в том, чтобы... Ну, как бы, сами файты тоже очень кривые. Но в основном нужно понять, что делать. Сейчас я наведу пушки, подожди, чувак. Так, это кислородное, если бы там разблокировал, да? А, я могу только по одной? Беги, да беги ты! Я же сейчас из своей пушки стреляю, правильно? Так, это я навел. Мне все три просто навести надо, так я понимаю? Беги, пожалуйста, шевели копытом. Так, все... Ну, то есть три пушки, их просто надо навести, да? Это... Да иди ж ты лесом. Беги, пожалуйста, shift, работай. Ну, shift, ну просто ж ты работай, когда тебя просят, когда нажимают. Работай, тварина. Все, я навелся, не навелся. Что от меня хотят? Откуда мне их запустить, блин? Ну, я мануально их навел. Вон, каждая из них наведена туда, куда надо. Выше подымись, оленя кусок. Блин, управление просто через задницу. Ну, я все три навел. Что мне теперь Назад я не могу зайти. Назад я уже... О, тут есть кислород. Да в...
Выше подымись, придурок! Я не пойму, что от меня хотят. Я все три пушки навел. Что ты от меня еще хочешь, игра? Оно по-другому не работает. Видите, оно сбивается из-за этого. Я навел на хотспотс. Идите к черту. Если сейчас окажется, что там где-то каких-то полпикселей не хватает, беги, тварь! Я тебя ненавижу, Айзек! Ай, ладно, может быть, на самом деле, Айзек здесь, возможно, страдает даже больше, чем я. Лети! Лети, блин! Нет, с шифтом здесь явно проблема, потому что ты все реагирует через раз. Вниз давай. Я не пойму, что игра от меня хочет. Потому что я навел все три пушки. Мне теперь туда полететь надо. Что мне надо сделать? Нет, видите, туда он меня не пускает. Он меня отталкивает. Она там что-то своей клешней бьет. Давайте бесполезно туда-сюда летать, хорошо. На самом деле меня это сейчас, ну серьезно, уже поддостало вверх, да вверх! Вверх, придурок, блин, как же меня это бесит. Короче, если она меня сейчас убьет или что-то такое, то я, наверное, буду... Желтый это хотспотс? Ты знаешь, куда можешь пойти? А, вот... Call and Strike это отдельная кнопка. Да, сейчас у меня уже жизни не осталось. Да, жизнь у меня, он меня сейчас уже убьет, потому что... Окей, это не сложно, это глупо. Это не сложно, но это глупо. Пожалуйста. А, ну все. Хорошо. А, это было максимально глупо. Почему оно вот там вот маленькое? Почему не... Короче, смотри, в чем прикол. Изначально было так, что ты вручную перенастраиваешь астероиды и стреляешь в астероиды, типа, из корабельных пушек той же кнопкой, которую ты стреляешь оружием. Здесь та же самая механика. Ты, типа, берешь, поднимаешь... Ой, короче, перехватываешь управление, у тебя твоим же прицелом вместо твоей пушки ты управляешь большими пушками, но при этом, чтобы стрелять, теперь тебе не нужно эта кнопка, теперь нужна И. Это максимально криво сделано, потому что там маленьким почерком это все написано, и когда ты не то, что не понимаешь, а... Ой, в общем, ладно, что я вам объясню? Это максимально тупо. Опять же, это не сложно, как и первый файт с Левиафаном, это не сложно. Это просто тупо. Да открой ты уже дверь мне, блин, хватит во время диалогов блокировать двери. Это ж, ну, как не скиповые сцены, только хуже, потому что ты просто стоишь и тупишь. Откройся.
Все, поехали. Shift, блин! Это никогда не срабатывает с первого раза. Из этой мочим, вдыхаем и потом поехали дальше. Оно сейчас будет своими культяпками тут махать, но это все пофиг. Shift, блин! Ну, то есть, видите, в тот момент, когда ты понимаешь, что нужно делать, это резко все становится, ну, относительно несложно. Там сейчас зарядимся кислородом. И потом уже постреляем из третьей пушки. Ну и все. Ну, то есть его просто нужно было дострелять из своей пушки. Одна обойма. Это максимально отбитый босс. Он не сложный, он вообще ни о чем. Эта штука сейчас еще мои эти будет тратить. Все, мне внутрь возвращаться можно. Да. Давай заряжусь. Залезь, блин. Ну. Ай, просто забейте. Просто забейте. Это, ну, это отвратительное место. Что первый файт с Левиатаном, что второй. Ну, они вообще ни капельки не сложные. Они просто, ну... Причем первый еще хоть как-то был оправдан, там нужно было файтиться, а здесь, ну это абсолютно бесполезное место какое-то. Ну-ка. А, точно, точно, точно. У нас же целый военный корабль с тренированными военными, они же не смогут отбиться от одного придурка. Это ж только Айзек у нас настолько хорош... Ох ты ж, ё. Здравствуй, опа, Новый год. Ну, как бы... А чего еще ожидалось? Daniels, what happened? Something shook the whole crew deck. What hit us? An asteroid? Those things got onto the Valor, a rescue ship. They found your escape pod, and the one that used to be Chen. It. God damn it! The Valor's scrap. By the time another ship hears the SOS beacon, we'll all be dead. No, that's what I was telling you. I found an executive shuttle on the crew deck, intact. And the log says that shuttle's missing its singularity core. It can't get us home. Wait, maybe it can. If the Valor's singularity core is okay. I could salvage it
install it on that shuttle, we're fucking out of here. Where's the Valor now? It's near comms. Keep us stable. Isaac, I'll grab a suit and EVA onto the Valor. Meet me there. We'll find that core together. Let's see CEC clean up their own mess. I'm saving what I can. Отбитые. Полностью. Максимально. Короче, смотрите, в чем прикол. Файт с этим боссом, он абсолютнейше несложный. Во-первых, из-за того, что тебе резко меняют механику, так как это все происходило в первый раз, во второй раз тебе вдруг делают не так. Это тебя сбивает с курса. Во-вторых, очень кривое управление, то есть то, что очень фигово работает shift ускорение, то, что все это. Куда мне надо? Да отцепись ты, блин, эти кнопки рядом. В другой airlock. Мне тут пролететь будет проще, получается, да? Мне туда? Угу. Isaac, I'm on board. The Valor's trash, but I can make it to the bridge. The hell was that? А ты угадай с трех раз. Ну вы ж-то подли... Туда меня не пускают, спасибо. Тут будет что-нибудь, какая-то вкуснятина, не? Че, это все было зазря? Ну хорошо. Пойдем. Не писи меня, пожалуйста. Ориентировка в пространстве здесь просто... Strange transmission. Восьмая глава. Восьмая глава закончилась. Dead on Arrival. Началась следующая, девятая глава. Salvage. Разберите, подберите, блин. Дверь-то открыта, но я туда физически не могу пройти. Бараки. Короче, да, вот эта вот штука офигенно сходится с лором. То, что... Ну, Айзек, по сути, инженер. Блин, а мне туда надо... Он находит, он практически без оружия, потому что у него вот это вот пульс райфл, все остальное это пилы, резаки, и с помощью этого он уничтожает десятки вот этих вот некромутантов, уничтожает Левиафана дважды, вот, и с этим все нормально. Ага, привет. Целый огромный корабль, блин, набитый военными, они... не могут справиться с одним вот этим вот ченом, так называемым. Ну, красота, красота. Это абсолютно ни разу не дырка в сюжете, да? Isaac, we have a problem. The Valor's carrying a 12-megaton warhead. The crash hit the torpedo bay hard. I need you to handle that nuke right away, before something sets it off. Handle 12 megatons? You know I'm not a nuclear engineer, right? I don't need you to be. Just stabilize the warhead and eject it away from the Ishimura. Christ, Hammond. No one trained you to carve up monsters with a plasma cutter either. You haven't let us down yet. Просто стабилизируй ядерную боеголовку, просто выкинь ее подальше от Ишимуры. А дальше будет нормально. Да серьезно, это бараки. Бараки, Карл. Бараки это там, где обычно солдаты обитают. Посмотрите, сколько здесь вот этих вот капсул отелей. О, еще парочка пилочек пришла. Плюс три, хорошо. Вот, и вот это все, вот это все, вот это, блин, все
Они не смогли справиться с одним некроморфом? Нет. Спины нету. Ты не встанешь уже? The soldiers must have had stasis units on their armor. When they were turned, those units merged right into their body. Changed them. They're fucking fast, Isaac. Stay sharp. They're fast, отлично. Airlock. А в ту сторону тогда что? Лифт, который заблокирован. Отлично. Идем тогда в Airlock. То есть у нас появились еще и быстрые мутанты. Были бронированные мутанты. Это то место, да? А там у нас... Угу, я понял. Идете нафиг. Я прям серьезно предупреждаю. Идете нафиг, желательно с разгону. This is Commander Cadigan to all hands. We have been boarded by hostile forces. Hostiles are alien. Repeat, alien and extremely dangerous. All personnel to arms. Fire at will. То есть, видите, он дал... Они же не случайно были застигнуты врасплох. Он же сказал, что, типа, весь персонал к оружию, огонь по желанию. То есть, они же не были связаны ничем. Никакими командами, приказами, ничем. Я не понимаю, как это все могло произойти. Тем более, в спасательной капсуле был один. Один чертов некроморф. Но это же бред, ребят. Я делаю эту серию немножечко подлиннее из-за того, что, ну, допустим, я сам немножко протупил со стрельбой, хотя, честно говоря, это вина игры. Но ладно, те, кто со мной не согласен, поэтому я делаю эту серию немножечко подлиннее. Капельку, чуть-чуть. Напомните мне, зачем я выдернул эту батарейку? Она мне где-то понадобится? Так, на этой пушке у меня осталось 8 патронов. Нет, ну я сейчас еще, наверное, пособираю, что смогу собрать. Я же где-то понавтыкал этих гранат. Зря. Или нет? Мне кажется, что да. Это считается. Я ж слышу тиканье. Уже хорошо.
Да, я двумя этими гренами промазал. Но все равно это у меня даже не полная обойма. Минуточку, может быть, я на что-то смогу поменять. Риппер у меня абсолютнейший. Ну, кстати, на риппере одна пила осталась. Хм. Давайте-ка, наверное... О, на швабре появились патроны. Мы его поменяем на риппер. И, наверное, луч поставим вот сюда. Окей. Сколько там входит в одну? 7. Две обоймы у меня есть. Для чего я вытащил электрику? А, я выключил свет в рубке. Но зачем это надо было? Вот зачем? Ясно. Хорошо, я понял. Хорошо, что мы эту проблему решили заранее. Мистер Кларк? Hello? I must speak with you. Кто ты? Доктор Терренс Кайн. Угу. Нишимура's chief science officer. Угу. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. Ты не можешь уйти. Ну, наверное, могу. Офигенно. Насчет radiation hazard. Тогда давайте вот так. Давайте вот так. Ну его нафиг. Так, ребятушки, сохранились. Есть. Будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем лучших. Всем покеда.